Бьет. На подобных турнирах в прямом смысле можно услышать, как игроки ходят. Слабовидящие люди почти каждый шаг проговаривают. Здесь не обманешь. Если поднимаешь, то говоришь, я поправляю. А если взялся, пошел, все уже, ход считаться уже казенный. Переходить нельзя. Шахматные доски отличаются от обычных. Черные клетки на 3 мм выше белых. Чтобы определить цвет на ощупь, пальцами видят и цвет фигур. Белые с резьбой, черные гладкие. В каждой клетке дырочка, а все фигуры на ножках. Для устойчивости. Просто уже привыкаешь и в основном партию все держишь у себя в голове. Поэтому здесь ничего такого страшного нету. Просчитать сложнейшие комбинации под силу далеко не каждому, а эти спортсмены хоть и ограничены в возможностях, но безграничны в способностях. Евгения Креминская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.